Ну, вернемся на берег. Ширится социалистическое соревнование в честь столетия со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Рабочие и инженеры моторного цеха Владимирского тракторного завода взяли обязательство сэкономить 94 500 рублей при плане в 73 000. В цехе развернулась борьба за экономию материалов, за лучшую организацию труда. С 15 июля коллектив цеха перешел на двухсменную работу, что дало значительную экономию пара и электроэнергии. Все это позволило моторостроителям уже сейчас сэкономить государству более 59 000 рублей.